Новое оружие современного афериста – дипфейк. Реалистичная подмена фото, аудио и видеоматериалов, созданная с помощью нейросетей. С развитием этого инструмента мошенникам стало проще убеждать людей расстаться с деньгами. Они подделывают речи президентов и медийных персон. Каждый белорус может приобрести акции и получать ежедневные дивиденды от акций «Газпром». Это все фейк, это все нейросети, это все сделали мошенники. Никакие сайты открывать не надо. Ни с каким «Газпромом», ни я, ни другие известные лица в Беларуси не сотрудничают. И никаких денег мы у вас никогда не просим. Зато активно выманивали деньги не только у белорусов, сотрудники международной сети мошеннических колл-центров. Тысячи потерпевших, миллионы ущерба. Самое громкое задержание этого года. Оперативники ГУБОПИК вместе со следователями и российскими коллегами вскрыли всю сеть лжеброкеров. Задержания проходили одновременно и в Минске, и в Москве. Было задержано 79 граждан, в том числе граждане Российской Федерации и Украины. В настоящее время большинство из них дает признательные показания. Из указанного числа 52 гражданина были задержаны и помещены в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Участникам международной организованной группы грозит до 12 лет лишения свободы. Международная группа мошенников, в нее входили и белорусы, и украинцы, и россияне, начала работать в феврале 20-го. 5 офисов только в нашей столице. Места дислокации в целях конспирации раз в полгода меняли. Вот расположение последних, в которых и проходили задержания. С целью предоставления брокерских услуг совершал мошеннические действия. Вот, купите у нас подписку. И задача была объяснить, в чем суть заключается. Ну и если он согласен, уже передать это на организацию, они уже с ним связываются и закрывают ему сделку. Даже не как пауки, как тараканы. Они расползаются по сети, вызывая бесконечное чувство брезгливости за бессовестное вранье. За моей спиной один из офисов телефонных аферистов. В 170 метрах отсюда Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Последние полгода лжеброкеры, полностью чувствуя свою безнаказанность, гнездились в самом центре столицы, обдирая до последней копейки не только белорусов. Какими схемами они прикрывались, чтобы так долго не привлекать к себе оперативного внимания. Был бухгалтер у них трудоустроен. Были даже люди, которые там официально трудоустроены. Отчисление в СЗН. Белая деятельность, скажем так, была видна. Методы конспирации – это, опять же, телефонные соединения в сети интернет, представлялись вымышленными именами, звонили в другие страны. У некоторых участников группы было по несколько псевдонимов. К слову, самым популярным мессенджером для связи со своими жертвами был Telegram, на втором месте – Viber. И почетное третье в разводном топе занял WhatsApp. И устанавливать, и расследовать – это очень сложно. Это многоэпизодные, огромные дела. Человека подсаживают на эту инвестиционную иглу. Когда набирается большое количество таких пострадавших, как правило, кто-то из них начинает обращаться в правоохранительные органы, и тогда уже начинается большая скрупулезная работа. Как же устроена внутренняя кухня аферистов? Возглавляет лжеброкерскую иерархию организатор-инвестор. Дальше идет иностранный руководитель. После него руководитель по стране. В данном случае по Беларуси. По цепочке вниз спускаемся к тимлидерам, руководителям отдельных групп. Всего их было 5. Отдел первичного уровня, он же sales. Задача – обзвон потенциальных жертв. Цель – заставить внести депозит – $250. Сотрудники отдела вторичного уровня, он же отдел ретейн, заставляли увеличить внесенный депозит до максимально возможного уровня. HR-отдел занимался подбором и обучением мошеннического персонала. В нем работали исключительно девушки. Отдел compliance – снабжал сотрудников дроповскими счетами, реквизитами карт, криптокошельков. Отдел IT, в свою очередь, отвечал за обеспечение бесперебойной работы компьютерных систем. В обмане одного человека, в выманивании денег у него участвовало порядка 4-5 людей, начиная от первичного отдела, заканчивая теми, кто предоставлял счета, и руководителями тех людей, которые все это делали. Чтобы попасть в ряды телефонных аферистов, нужно было пройти сначала собеседование, потом стажировку. Работали лжеброкеры по четко установленному графику, по таким же четко прописанным текстам и жестким правилам. У них у каждого были псевдонимы. Большинство друг друга знало только по псевдонимам. Общение между отделами жестко пресекалось и не допускалось. Почему? Для того, чтобы не уходила информация.
Нет денег – нет работы. Лучшим сотрудникам, помимо зарплаты в конверте, полагалась премия. Про отдых после непосильно обманного труда тоже не забывали. Здесь тебе и корпоративы, и празднование очередного куша, и даже Дарк Санта. Были и отпуски у кого-то там перерывы на обед, какие-то еще другие бытовые моменты, которые встречаются в обычной немошеннической работе. Поэтому уже со временем, привыкая к этому всему, они относились к этому просто... Ну, как к работе. Человек, когда приносит 10 тысяч долларов, ему уже, может быть, не особо интересно, что на другом конце звонка происходит с человеком, который только что принес тебе там какие-то свои последние деньги. Поначалу, да, все изгрызло. Потом как-то, не знаю, как сказать, чисто. Не знали все они и что такое правда. Игры на биржах, в отличие от игр на доверии, не могут быть пассивным доходом. Какие бы золотые горы вам не обещали на том конце провода. Брокерство – полноценная профессия. Чтобы не стать очередной жертвой, знайте. С принятием в 2015 году указа 231 о деятельности на внебиржевом рынке Форекс создана правовая база, государственная система регулирования внебиржевого биржевых операций. И с тех пор Форекс-компании могли войти в реестр соответствующий Национального банка. Национальный банк выступает в качестве государственного регулятора. В настоящий момент в реестре находится 7 юридических лиц. Осуществляют деятельность на внебиржевом рынке лишь 2 банка. И никакого нашумевшего «Газпрома» там нет. Компаниям белорусским не запрещено звонить потенциальным клиентам, предлагать свои услуги. Но в то же время требования указа, о котором я сказал выше, запрещают компаниям обещать или гарантировать доход. Если вам предлагают, гарантируют доход, называют определенные суммы, которые вы заработаете, то с такими сотрудниками стоит прекратить всякое общение. Большую часть мошеннической иерархии занимают мужчины. Возрастной ценз от 19 до 28 лет. Мужскому голосу больше доверия, чем женскому. И мужской голос не такой эмоциональный, как женский. Мужчине легче сталь в голосе проявить, легче не поддаться на какие-то другие уловки. Поэтому как бы мужчинам доверяют больше. Особенно, что касается представителей органов внутренних дел. Либо службы безопасности банка. И даже несмотря на грамматические ошибки в своих лживых речах и липовых посланиях, назвать телефонных аферистов людьми с низким уровнем интеллекта сложно. Их можно назвать людьми с высоким уровнем эмоционального интеллекта. Это когда человек сам четко понимает, отслеживает свои чувства и эмоции и умеет пользоваться чужими чувствами и эмоциями. Очень хорошо и качественно использует приемы манипуляции. Мир изменился, преступность меняется ежедневно, все уходит в цифру. На сегодняшний день нужно понимать, что мошенничество уже только за январь 2024 года в общей сложности от всех преступлений в республике составили более 25%. Мы делаем прогноз с учетом этого года, что удельный вес этих преступлений составит от 30 до 40%. И этот вес будет постоянно расти. Работая прежде всего на упреждение, правоохранители тоже идут в ногу со временем, ежедневно анализируя киберобстановку. С 1 марта начнет работать специальная система по защите ваших денег. Мы технически, фактически, выбиваем почву из-под ног наших оппонентов. Система ASOI – уникальный тонкий финансовый инструмент, где впервые все правоохранители и вся банковская система под эгидой Национального банка, как регулятор выступил Национальный банк. Инструмент позволит в формате 24/7 видеть фактически любое преступление, когда человек будет заявлять о том, что в отношении его совершено похищение либо мошенничество посредством ИКТ, обращается, и чем скорее он обратится в правоохранительные органы, будет сформирован определенный электронный, скажем, запрос, обработан всеми банками республики, сформирован определенный отчет, благодаря которому можно будет видеть, где денежные средства, на каких счетах, куда они переходят на территории Беларуси, выводят ли их на территорию другого государства, либо их выводят в криптовалюты. Фактически правоохранители получают право блокировать ваши деньги на территории Беларуси, чтобы их невозможно было вывести за пределы нашей страны. В том случае, если вы уж поверили аферистам. Ни в коем случае нельзя оставлять персональные данные, ни в коем случае нельзя оставлять свою банковскую карту в свободном доступе, не передавать, не оставлять реквизиты банковских карт на тех или иных торговых площадках. Сохранить свои денежные средства можете только вы. Вопрос весь вашей обеспеченности.
Исчезнет ли когда-нибудь мошенничество – вопрос философский. Но одно можно сказать точно. Пока будут существовать любители халявы, всегда найдутся те, кто их разведет. Валерия Балобина, Игорь Хвиченя, Владимир Слиш. Наше время.